Всем привет! Сегодня мы приготовим гранатовый сок без соковыжималки. Для начала возьмем несколько гранатов, стаканчик и ножик. Берем гранат и начинаем его катать по твердой поверхности. В нашем случае это разделочная доска. В это время будет хорошо слышно потрескивание внутри граната. Катаем его, стараясь обмять максимальную площадь, и гранат становится мягким. Катаем его до тех пор, пока потрескивание не прекратится. Итак, гранат стал мягким, потрескиваний больше никаких нет. Теперь повторяем процедуру с остальными гранатами. Прокатав гранаты, берем нож, стаканчик и проделываем дырочку в этой ягоде. И не сильно нажимая, у нас выжимается сок. Вот такой стаканчик сока у нас получился. Его еще можно доверху разбавить водичкой. Будет прекрасный настоящий свежевыжатый сок. А что же осталось внутри? Давайте посмотрим. Внутри осталось не так уж и много хорошего. В основном только голые косточки. Вот так легко и просто с помощью простых движений можно сделать гранатовый сок. Если видео вам понравилось или было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До новых встреч!